Оу, тихо, развернись, нет, оба-ба, ой-ой-ой-ой-ой, беги. Слава Украине, на связи Экспервит, и сегодня я буду выполнять эксперимент, который мне написал подписчик. Сегодня, друзья, я буду играть боком, поэтому давайте с вас обязательно лайк, не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И если у вас есть какие-нибудь прикольные идеи, и вы хотите, чтобы я воплотил их в реальность, то обязательно напишите мне об этом в комментарии. Погнали! Значит, смотрите, ребят, я уже столкнулся с одной проблемой. Я было до того, как начал записывать видео, решил сделать небольшой пробник, и я понял только одно. Я не вижу ни хрена. Просто ни хрена. Мне надо постоянно, во-первых, регулировать свой вид, да, чтобы, ну, не менялся, получается, экран. Раз мы снимаем боком, то боком надо и продолжать. Но, видите, это очень немножко, ну, неудобно сделать. Я не вижу, куда мне надо прыгать. Тихо-тихо-тихо-тихо, перепрыгнули, все, прошли. Теперь здесь надо быть максимально осторожным, потому что текстуры закрывают абсолютно всю видимость. Если влево очень сложно бегать, то по правой стороне, ну, немножко попроще. Перепрыгнул, ой-ой-ой, осторожно. Вот надо было мне именно на тебя, ой-ой-ой-ой, все равно устояли, братцы. Ха-ха-ха, изи. И как мне здесь теперь в кого стрелять? Так, обычно я здесь выбираю где-то этот угол для того, чтобы... Офигеть, нахрен ты передо мной встал? Я хотел выстрелить по этой резине, чтобы отскочила ракета. И вообще, зачем? Я не понимаю логики у некоторых ребят. Ну, уже я занял. То есть я флаг уже сюда свой донесу. Зачем ты ко мне несешься, если у меня и так флаг уже идет? Ну, я уже занял территорию. Зачем сюда бежать? Ой, привет. Ой-ой-ой-ой, чуваки, что-то вы меня тут расхреначили немного. Ладно, окей. У нас время еще есть. Ого, я понял. Защищаем, ребят, защищаем. Немного я по-своему попал. Ладно, давай тогда стой здесь, потому что я смотрю, вы любители постоять вместе. Прям командные ребята. Так, развернули. Все, захватываем территорию. На всякий случай выстрелил. Еще раз выстрелю, я просто не знаю, кто там передо мной, поэтому буду стрелять, ребята. Промазал? Сейчас выстрелю. О, я думаю, мы все разлетелись, да, наверное? Или как? Не-не, чуваки, я вам не отдам этот флаг, вы чё? Я буду бодаться до последнего тебя! Ой-ой-ой, не-не-не-не-не! Так, это по мне там кто-то стрелял или как? Давай, блин, ну я почти занял. Нет. Блин, надо выгонять чувака. Блин, ну мы ведем, прекрасно. О, прям лобешник, вы видели? Так, ну это отбил наш. Самое главное, чтобы он занял флаг. Блин, ну мы потеряли два флага. Братцы, давайте. Я хочу побороться за первое место. Есть! Наконец-то. О, да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, тут попробуй пройди в обычном формате, блин. А боком-то вообще я даже не знаю. Получится ли у меня что-то или нет. Я было тут в свое время так намучился. Так, я туда лечу? Ой, не туда. Так, сюда? Да, сюда. Стоп, подождите, мне куда-то сюда надо. Нет, не улетай! Ну, ты чего? Не надо так со мной поступать. Я же стараюсь. Нет. Да блин, ну как мне именно? Вот надо мне именно, вот как? Не, у него, блин, прям под камни стой. Не спеши, главное, не спеши. Так, теперь мне надо сюда прыгнуть. Давайте развернемся. Но я сюда, наверное, не допрыгну. Ладно, давайте уже будем лететь мимо. Да ну стой!
Теряю, ребят, теряю дистанцию, не понимаю, куда я почему-то прыгаю, блин, я просто потому что здесь надо за первое место бороться. Так, развернуть немного, прыгай, прыгай, прыгай. Офигеть! Как? Окей. Слушайте, ну, для первого раза, я считаю, было достаточно неплохо, потому что, ну, мы дошли до финиша, как-никак. Так, а здесь как угадать, куда прыгнуть? Не угадал. Не угадал, прыгай! Да, блин, два раза не угадал. Очень сильно отвлекает тот факт, что нам нужно постоянно экран разворачивать. Это лишнее, ну, скажем так, занятие, на которое очень сильно отвлекаешься. Блин, все столбы мои, друзья, отстаньте! Я сейчас вам подкат сделаю. Так, ни хрена не вижу. Разворачивай, чтобы никуда не упасть. Есть контакт. Очень неудобно, ребят, очень неудобно. Мама дорогая, что сейчас будет? Так, и в какую сторону лучше развернуть экран? В эту, наверное, да? Чуваки, ведите меня! Ой, я просто красавчик, мэн! Ой-ой-ой, надо развернуться. Да, разворачивай экран, не беси меня, давай. Офигеть. О, да, да, запрыгивай, побежал. Просто побежал, просто беги. И не падай. Ай... Ах, опять заново, серьезно? Почему? Уйди, чувак, уйди! Долбаный Спайдермен или кто ты там? Блин, чуваки. Не можете перепрыгнуть, дайте другим сделать. Да не, все, я здесь все просрал. Ну вот, и все равно я тебя догнал. Да блин. Да ладно, серьезно? Ой-ой-ой-ой, ничего не вижу, блин. Куда мне прыгать, зачем прыгать? Не видишь, что находится впереди? Не видишь, куда летишь? Если ты, когда играешь с видом там сверху, то ты хотя бы имеешь представление, куда развернуться, куда повернуть, как правильно что сделать. Но здесь это чувство очень сильно теряется. Ты просто, ну, не понимаешь, куда на самом деле ты прилетишь. Ого, нет, сюда. То есть ты вроде бы запоминаешь локацию, но это не сильно тебе помогает. Так, я здесь, наверное, вряд ли пролечу. Давай, чувак, я верю в тебя. Слушай, зеленый, ты бы ушел бы от меня подальше, а? А то тебе подкат сделаю, и ты просто улетишь, понимаешь? Ну, все очень просто. Да блин, ну не вижу я. Зачем придумали эти всякие дыры, блин, в дереве? О, опять эта локация. Ребят, вы сейчас пишите свои идеи, предложения. Я, если мне понравится, обязательно постараюсь снять об этом видос. Ну, если идея реально прикольная. Если у меня до этого, конечно, психика не нарушится, потому что, пытаясь что-то сделать, ничего не видишь. О, побежал, побежал! Не, не лети! Ну, блин, ты чё? Так, чуваки, давайте, наверное, я буду стараться как-то за вами бежать. Будьте моими поводырями. Не-не-не-не-не, обойди! Ну, здесь я сейчас, скорее всего, улечу. Нет, попал, хорошо, хорошо. Прошел! Супер! Так, тут, по-моему, сейчас камни буду, да, или что-то в этом роде. Ну, здесь хорошо пролетели, слушайте. С подкатиком.
Но здесь будет попроще, по сути, мне надо будет просто уклоняться. И тут даже удобно будет, в принципе, я думаю. Не-не-не, чувак, со мной этот номер не пройдет. Еще раз ко мне подойдешь, я тебя тресну, понял? Понял? Ты меня понял? Нет! Оу! Тихо! Развернись! Нет! Опа-па! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги! Не сюда! Блин, почему они все в меня летят? Это было очень серьезно. Что это было? У меня просто сам побежал. Что это было? Ой, я уже в предвкушении. Просто в предвкушении нереальнейшего фейла, ребят. Это ж как раз та локация, на которой можно сделать абсолютно все. Чуваки, подождите меня. Давай, пролетай. Ой, сейчас меня что-то ударит. Ой, я могу смотреть сквозь снег. Я во что-то вляпался, да? Ябарябарю. Мне одному кажется, что на этой локации мы как-то слишком долго летаем. Ой-ой-ой. Давай. Я не вижу, куда, но думаю, мы справимся. Облетаем всех. Не облетели. Что-то зачастила эта локация, ну ладно. Пока мисс на этой локации, у меня счет 1-1. Блин, чё ты встал? Куда? Ты чё, никуда бежать не видишь? Так, давай. Привет, я бы с тобой сейчас поздоровался бы, но боюсь улечу. Но если чё, я наготове. Не вижу. Долетай. Успевай. Есть! Удалось, ребят! Ой-ой-ой-ой, тихо. Есть, все, прошел, ребят, все. По-любому прошел, да. Блин, еще хотел кого-то задеть, но не получилось. Но тут, наверное, самое сложное будет, это, конечно, через эти валики пройти. Ох, задело. Ой-ой-ой. Лети, не оставляй. Ай, я понял. Так, теперь мне надо выбрать четкий момент. А зачем вы прям под него прыгнули? Вот, теперь могу перепрыгнуть. Ой-ой-ой, осторожно. А, блин, я почему-то думал, что здесь 16 должно пройти. Я тупанул, нет, не лети! Есть, должны пройти, есть, ребят, прошли. Ну, это оказалось легче, чем я думал на этой локации. Блин, если я выиграю, это будет просто фейл, я не знаю, потому что, ну, ни хрена же не видно. Вот сейчас тоже ни хрена же не будет видно. Придется, наверное, в самом конце как-то находиться, как-то так бегать, везде бегать. Так, чуваки, вы меня, пожалуйста, ведите за собой, вы мои поводыри. Я вижу. Так, то есть мне как-то вот здесь прыгнуть. Хорошо, все засчитано. Блин, и никто пока еще не сдался. Чуваки, ну пора уже как бы, да? Улетать, пора. Главное не промазать. О, вы видели, четенько пролетел вообще именно. Нас двое осталось, да? Подкатик не удался. Так, ну чё, я прошел, нет? Ну блин, ну какого чёрта? Дай мне пройти, а? О,
О, почему я застрял? Есть, я прошел! Ребят, я выиграл! Я это, друзья, сделал! Ладно, ребят, давайте на этом видео будем заканчивать. Все-таки свою задачу выполнил. Я не просто сделал этот эксперимент, я еще и выиграл вместе с ним. Я думаю, я достоин лайка, потому что я реально старался. Нервы у меня, конечно, не в проворот, взрывались, но ничего, все-таки я достиг своей победы. Поэтому давайте с вас обязательно лайк. Не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно пишите свои какие-нибудь прикольные идеи в комментарии. Если мне идея понравится, то я обязательно сниму об этом видео. А возможно, ребят, я буду снимать сразу в одном видео, сразу несколько экспериментов. Поэтому давайте, обязательно пишите об этом в комментарии. И до скорой встречи. Ну а на связи был Экспервит. Всем спасибо, пока-пока. Блин, я горжусь собой, серьезно, ребят, горжусь. Я не думал, что выиграю, честно. Не думал, это чертовски неудобно, потому что приходится еще лишний раз отвлекаться на поворот экрана. Было бы удобнее, если бы можно было зафиксировать. Ладно, все, пока-пока.